Карагандинских ветеранов усадили за парты. Первая группа студентов, которым далеко за 60, осваивает компьютер и всемирную сеть. 12 слушателей курсов компьютерной грамотности, среди которых есть и труженики тыла, будут получать знания бесплатно в течение месяца в рамках социального проекта партии «Нур Отан» университет третьего возраста. Помимо стандартных офисных программ, этим слушателям непременно покажут, как пользоваться социальными сетями и Skype. Ведь многие из пенсионеров на курсы пришли именно за этим. Что, во-первых, я пишу, да? Второе, значит, общение еще с кем-то, вот так, одноклассников там нахожу. Ну, вот к этому и стремимся. Вот сейчас вот учимся здесь, для этого ходим. Вот добьемся этого уже, мы высший уровень, потом дальше пойдем. Пока я умею печатать, играть.